Метис. Значит, цифра 2, параметры, то, где мы остановились. Вводим код. 2631. Enter. Enter. Это для вашего achteraanslag. Значит, это данные заднего упора. Belangrijkste daarvan is de referentiewaarde en die is 600.2. Значит, здесь важны нулевые точки. В данном случае это получается 600.2. Moest u een x-afstand de millimeter mis zijn, bijvoorbeeld te ver, dan moet je hem op 601 zetten. Если ваша ось x немножечко, если есть немножко отклонения, то тогда изменяем это в zero shift. То есть добавляем миллиметр или убираем. Угу. Значит, все остальные параметры стабильны. Окей, escape. Dan, 4 is ook nog belangrijk. 4 это у нас синхронизация. Опять вводим код 2... Dus 2631. 2631. Ik heb gemist, denk ik. 2, 6, 3, 1. Enter. Dit is voor uw RAM juist te zetten. Значит, вот это вот для это данные для верхнего стола, чтобы выставить его правильно. Ja? Dus nu staat hij op 332.4. Значит, сейчас Y стоит на 332.4. Als je bijvoorbeeld altijd ietsjes dieper moet plooien, dan moet je je getal vergroten. Если вы хотите больше, если вы хотите, чтобы гиб происходил глубже, то есть пансом в матрицу, вам нужно изменить это значение. Die vier, die zijn goed. Эти четыре здесь ничего менять не нужно. Mechanical tilt 0,65, dat is hoe schuin dat die plooit. Значит, mechanical tilt это механический наклон 0,65. Als die rechts meer moet plooien, dan moet je dat getal vergroten. Если с правой стороны у вас, если вы хотите гнуть больше с правой стороны, то тогда меняйте это значение. То есть, als je wil meer plooien, dan moet je ze veranderen. Langs de rechtse kant. Als die, с правой стороны. Als je bijvoorbeeld 90 hebt en daar 92, moet je dat op 0,85 zetten. Ah ja. Dus, если с левой у вас hoeveel kan er nog een keer waarde? Dus als je een hoek hebt van 90 links en 92 rechts, dan значит, moet je... Als je вас слева 90, а справа 92, dan moet je dit hier naar 0,85 brengen. Тогда здесь выставляете 0,85. En, тогда... en nog een keer natuurlijk, hè, ja. Ну да, и тогда у вас все, и тогда у вас все хорошо. Escape. De rest is niet zo belangrijk. Далее форматирование диска и другие параметры нам не нужны. Dan hebben we hier 1 zijn al uw werkstukken dat je hebt. Значит, первое это ваши заготовки. 2 is de lijst van de materiaal. Значит, лист материала. 3 is lijst van matrijzen. 3 это лист с матрицами. En 4 is lijst. Четвертый лист с пуансонами. Я бы выбрал такие 3 дун. Если мы, скажем, выберем, если мы выберем 3. Номер 1 van matrijs. Значит, здесь у нас стоит значение 1. То есть матрица номер 1. V-opening van 16. Раскрытие V16, угол 85, радиус 2, высота 90, максимальное давление 1000 кН на метр. Safety area. Veiligheidsafstand. Это предпоследнее, это у нас что-то связано с безопасностью. Но опять же, тоже использовать это не обязательно. Yeah. And that's DV. Значит, тут мы говорим о самой первой DDD ласте. Значит, мы говорим вот об этой, да. Yeah. О самой последней. Я? Yeah. Да. Scan up, scan down, dat is dan voor de volgende, dus nummer 2. Значит, это у нас... Nummer 3 en nummer 4. Значит, буквы A переставляем наши
предоставляем числам наших матриц. То есть первая матрица такое-то раскрытие, вторая цифра такое-то раскрытие матрицы, третья такая-то. Я? Вендер? Номер 4 is deze V. Die van 50. Значит, но под номером 4 мы поставили вот эту вот самую большую. Самое большое раскрытие матрицы. Я? Voor naar diskette te schrijven, van diskette te lezen. Значит, с дискеты на дискету это CD у нас идет. Om waardes te veranderen. Изменить параметры. Voor ze te verwijderen. И это у нас удалить матрицу. Escape. Escape. Dan werkstukken. Значит, здесь у нас идет идет таблица самих заготовок. Номер 1 is om te programmeren. Номер 1 это программирование. 2 is voor werkstukken weg te doen. 2 это удалить заготовку. 3 is een lijst van alle stukken die bestaan. 3 это просто обзор. 4 laden van diskette. 4 это загрузить дискеты. 5 сохранить на дискету. 6 wordt niet gebruikt. И 6 это не используется. Окей. 1. Dus we gaan een keer een nieuw programma maken. Мы сейчас сделаем новую программу, чтобы можно было согнуть тот профиль, который вам нужен. Kies een nummer, bijvoorbeeld 33. Давайте выберем номер 33. Enter. Enter. Wie zegt die, er bestaat ook geen programma? Тут он пишет, что программа не существует. Хотите ли вы ее создать? Maken. Мы нажимаем на букву G, да. Ja of nee? Dus, in ons geval, ja. Dus 33. Wie kunt je daar een naam aan geven? Hoe doet je dat? Hier hebben we cijfers yeah. En hier hebben we blokken. Yeah. Als we blok 1 nemen, dan hebben we cijfer A bijvoorbeeld. Neem we blok 2, dan hebben we de B. En blok 3 is de C. Значит, чтобы дать имя программы, здесь мы видим три буквы. То есть, например, буква слева, буква C, это у нас, значит, первые буквы. Буква D это вторые буквы, буква E. Прошу прощения, C это цифры, D это первая буква, E вторая буква, F третья. Als ik bijvoorbeeld Hakko wil maken. Если мы хотим написать Hakko. Dus H zat hier, dat is tweede, blok 2. Значит, первая буква у нас идет посередине, соответственно, выбираем блок 2. Потом цифру. И тогда у нас появляется буковка. Dan de A staat eerste. Dan neem ik blok 1. A. Ja. Yeah. Dan de C is blok 3. Ja. Yeah. En de O is ook blok 3. Voilà. Dan staat hier Hakko. Ja? Oké. Dan. Enter. Als je daarmee akkoord bent. Ja. Yeah. Materiaal 1. Er zit maar één soort in, dus is het altijd één. Значит, ставим цифру 1 под наш материал. Tekening nummer, kun je een nummer geven? Здесь можно задать номер рисунка. Customer is klant. Это клиент. Een order nummer. Order это ну, какой-нибудь номер вашего заказа. En datum wordt automatisch op vandaag gezet. И число, дата выставляется автоматически. Окей, okay. Дерево, сегодняшний дан escape. Далее выходим, опять же escape. Выходим на первый шаг. Тут переходим на нашу первую, значит, на наш первый экран. We kunnen kiezen hoeveel stappen wilt je. Als je bijvoorbeeld 3 stappen wilt. Значит, здесь мы можем здесь мы указываем сколько шагов нам нужно. Dan doet je eerst nog 2 keer bij. Кнопкой G Insert Start это ввести старт. Соответственно, если мы нажимаем, то тогда мы добавляем шаги. Dan hebben we hier nu al 3 stappen staan. Значит, тут у нас получается 3 шага. Als we nu iets willen veranderen, dan keren we terug naar de eerste stap. Если мы хотим что-то поменять, то тогда мы просто-напросто возвращаемся превью степ. То есть кнопкой D прошлый старт. En dan doen we Edit veranderen. После этого мы нажимаем Edit, кнопочка F, заменить. Далее мы возвращаемся на Anslag, это у нас значит, задний упор. Сейчас стоит на 100, если мы хотим изменить это, то тогда... Onze nook.
90 градусов, мы блеем. Набираем 200, он автоматически выдает угол 90 градусов, это мы оставляем. Коррекция нам не нужна. Dikte van uw materiaal 5. Толщину указываем 5. Nu zegt hij, het is te dik. En hoe komt dat? Omdat eindelijk ons matrijs nog op cijferke 1 staat. Значит, почему, например, мы вводим 5, а он начинает ругаться? Потому что у нас внизу матрица стоит под номером 1. Соответственно, это та, которая маленькая. Нам нужно... Eerst die matrijs veranderen. Нам нужно сначала заменить матрицу. Dus naar beneden. Спускаемся вниз. Матрейс is номер 4. Матрица под номером 4, которую мы сохраняли. En dan ziet je, die 5 aanvaardt hij nu wel. И тогда он принимает это число. Gaan we naar omhoog. Далее поднимаемся вверх. Плаатлэнгте. Длина или ширина листа. Пакет 2000. Давайте возьмем 2 метра. TDC, hoe hoog moet mast terugkomen? Значит, это у нас TDC, расстояние между пуансоном и матрицей. Сколько тут можно указать расстояние. Afstand tot de plaat van rap naar traag. Значит, здесь у нас рабочая скорость. То есть переход с быстрого на медленную и наоборот. Вот это вот рабочая скорость, work speed. De rest mag voor mij blijven. Все остальное оставляем как есть. Так, я уже uitgelegd, hè? Окей. Als we nu de tweede stap willen, doen we stap plus. Значит, если нам нужен второй шаг, то тогда нажимаем step plus. Staan we in de tweede stap en kunnen we gewoon met cursor up and down dat veranderen dat we willen. И курсором вверх-вниз изменяем то, что нам нужно. Dus bijvoorbeeld enkel de afstand. 250, bijvoorbeeld. Значит, например, задний упор вводим 250, угол оставляем. Derde stap. Третий шаг. De naslag zou 100, dan mag blijven. Ik ga mijn noek veranderen naar 120. Значит, 100 мм оставляем и меняем угол на 120 градусов. Окей, dus nu heb ik alles van mijn drie stappen. Значит, теперь мы создали программу с тремя шагами. Будем выбирать Escape. Значит, чтобы сохранить, просто нажимаете Escape. Wacht even. Ждем. En dan gaan we naar dit hier werken. Далее нажимаем стрелочку вверх, это у нас работа. En komen we automatisch in manueel. И автоматически переходим в ручной режим. Dan zet je hem start. Далее нажимаете старт. En loopt hij naar zijn aanslag 200 ver. Значит, сейчас он сейчас задний упор передвинулся на 200 мм. Спасибо. Blijft hij beneden, dan komt hij niet automatisch naar omhoog. Так как у нас, так как листогиб находится в ручном режиме, он автоматически остается внизу и не поднимается вверх. То бишь, чтобы поднять вверх, нажимаем педаль, и тогда листогиб поднимается, тогда верхний стол идет вверх. Сейчас мы поставим все это в автоматический режим. То есть опять нажимаем старт. То есть теперь мы видим, что у нас задний упор перемещается вперед-назад, и, соответственно, верхний стол ходит вверх-вниз. Dat is de pauze. Hier ziet je nog juist hoeveel stukken dat ik nu al volledig geplooid heb. Ik heb dus één stuk gemaakt. Als je ziet,
здесь он показывает, сколько заготовок вы сделали при помощи этих трех шагов. Если, скажем, нажимаем еще раз на педаль. То тогда он тут показывает то, что вы сделали уже две заготовки и так далее. Danke, well. Nice talk.